Всем привет! Это шоу Stage Door на канале Musical Universe. С вами его авторы и ведущие Андрей Бирин и Лилия Фаизова. Я артист. Вы могли видеть меня в мюзиклах «Красавица и чудовище», «Мама Мия», «Бал вампиров», «Анна Каренина», «Последние испытания», что еще забыл? Ну, в общем, и многих других. А Лилия – исполнительный продюсер. За плечами Лилии такие проекты, как «Мама Мия», «Красавица и чудовище», «Звуки музыки», «Русалочка», «Призрак оперы», «Бал вампиров» и многих других. В нашем шоу мы рассказываем о музыкальном театре, но заходим мы в этот театр не с центрального входа, а со входа служебного. И заводят нас в этот театр специалисты, которые обычно на сцену не поднимаются, но без которых не состоится ни один спектакль. У нас впереди насыщенный, интересный сезон, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, а самое главное, комментируйте и задавайте свои вопросы, потому что за лучший комментарий и вопрос у нас приготовлен специальный приз. Но об этом поподробнее чуть позже. Наша сегодняшняя гостья – специалист по связям с общественностью, продвижением театральных проектов и маркетингу. Человек, без участия которого зрители никогда не придут на спектакль, потому что просто о нем не узнают. Итак, встречайте, Светлана Водяная. Директор по маркетингу и пиар. С отличием окончила магистратуру лингвистического факультета Российского университета дружбы народов. В 2011 году получила приглашение присоединиться к российской команде международной театральной компании Stage Entertainment. Совмещает любовь к театру с увлечением спортом, бегает полумарафоны и планирует увеличить дистанцию. Продвигала на российском рынке «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Русалочку», «Мамма Мия», «Чикаго», «Красавицу и чудовище», «Привидение», «Звуки музыки», «Ледовые» и «Арена-шоу», «Око-театр», «Велозаводы», «Театральные премьеры» и «Звезды». Все, что попадает в круг ее профессиональных интересов, становится предметом обсуждения и примером неординарных маркетинговых решений. Сегодня через служебный вход нас проведет один из лучших в России специалистов по продвижению театральных проектов – Светлана Водяная. Я очень рад, что сегодня наши гости именно Света, потому что, дорогие мои создатели спектаклей, вы можете сколько угодно денег потратить на художников, на декорации, на фонограмму, музыку, набрать самых лучших артистов и сделать самое великолепное шоу, но вы никогда не сможете продать билеты, если к этому процессу не подключится пиар, маркетинг, раскрутка и так далее. Сегодня Света нам расскажет о тонкостях этой непростой профессии, как сделать так, чтобы зритель узнал о спектакле, как сделать так, чтобы он на него пришел, а лучше и не один раз. Света, привет. Привет, Андрей, привет, Лилия. Спасибо, что пригласили, потому что действительно специалисты по продвижению спектакля часто оказываются за кулисами, о них никто не знает, не думает, и вот, наконец-то, я стала даже первым героем вашей программы, так что спасибо. Это прекрасно. Наша задача, вообще наша миссия, это рассказать про то, про кухню театральную, вообще как все это работает, как все это действует, потому что зрители видят его совершенно с другой стороны. А вообще идея создания шоу, которая возникла у меня с Лилией, потому что началось все. Просто однажды я пригласил Лилю к себе на эфир, мы с ней поболтали. И зрители узнали столько всего интересного, такой огромный пласт информации вскрылся, что мы решили, что нужно сделать из этого отдельную такую большую передачу. И вот мы, собственно, об этом говорить будем в процессе с разными нашими гостями, которые занимаются вот примерно тем, в том числе, что мы видим сейчас на этом экране. Света, первый вопрос у меня традиционный, который я задаю всем своим гостям. Как ты дошла до жизни такой? Как получилось так, что ты оказалась в театральном мире, стала заниматься его пиаром, продвижением и продажами в том числе? Ты знаешь, Андрей, на самом деле совершенно случайно. Я по первому образованию переводчик, и какое-то время я планировала связать с этим свою карьеру. Я занималась переводами, и устными, и письменными, асинхронным переводом, и какое-то время даже преподавала французский язык. Но в какой-то момент, когда я была в магистратуре, я поняла, что просто передавать, ну, условно, некое послание от одного спикера к другому в процессе переводя, это неинтересно. То есть я не чувствовала здесь какой-то свой вклад, свое действие. И я стала задумываться о том, что бы я хотела делать, чтобы
создавать. Мне нужен был какой-то процесс созидания, креатива. И я поступила на второе высшее, на факультет рекламы и связи с общественностью. Ну, точнее, нет, факультет был экономический, но специальность рекламы и связи с общественностью. И в процессе я пошла работать в рекламное агентство, откуда совершенно случайно попала в мир шоу-бизнеса. И сначала я работала с разными музыкальными коллективами, с концертами, с исполнителями, которые приезжали в Россию на гастроли, ну, в том числе и с российскими тоже. И потом совершенно случайно меня, можно сказать, схантили в Stage Entertainment. Завербовали, да. Меня приглашали на собеседование, ну, рассказывали о том, что открывается вакансия несколько раз. Вот, и в конце концов я решила, что раз меня судьба так настойчиво приглашает в мир театра, надо дать этому шанс. И вот ровно 10 лет назад, в сентябре 2011 года, я окунулась в этот мир с головой. А какой спектакль у нас тогда шел? Музыки. А, звуки музыки. Да, звуки музыки, но на самом деле это был довольно такой неожиданный опыт, потому что я пришла в стейдж не на мюзикл, я должна была заниматься продвижением ледовых шоу. Тогда, да, предполагалось, что в компании будет два пиарщика, один будет заниматься мюзиклами, второй – ледовыми постановками. И буквально за неделю или за 10 дней до премьеры звуков музыки девушка, которая занималась пиаром постановки, решила покинуть компанию. Мне сказали, ну все, через неделю премьера, ее делаешь ты. Какая прелесть. Вот. И как бы на тот момент о звуках музыки я знала довольно немного. Я встречала артистов в костюмах у нас на бэкстейдже, которые ходили там на кухню рядом со мной, обедали, с кем-то я здоровалась уже. Но я совершенно не предполагала, что мне придется в такие короткие сроки просто вот с головой в это все нырнуть и организовать премьеру. На самом деле это был... То есть премьеру уже ты организовывала? Да, премьеру уже организовывала. Ну, как организовывала? Я доводила, скажем так, до ума, потому что подготовка к премьере, она начинается за несколько месяцев. И всегда есть менеджер премьеры, есть менеджер, который приглашает гостей. Но премьера любая, это в первую очередь пиар-событие. Ну да, я как раз хотел спросить с точки зрения пиара, как вообще организовывается премьера, в чем заключается? Каким образом вы, я не знаю, зачем это все? Приводите камеры, чтобы зрители увидели на Первом канале, что вот премьера. Артистам не дают билеты. Артистам не дают билеты никогда на премьеру. Почему все это происходит? Расскажи. Нет, ну в конце концов дают, ладно. Дают, когда половина VIP-ов не подтвердила то, что они приедут, дают артистам. Не, и, кстати, еще вопрос. Это как бы была только практика в нашем офисе, вот в российском офисе Stage Entertainment, или это мировая какая-то практика, что на премьеру приходят только VIP-ы? Нет, на самом деле нельзя сказать, что у нас приходят только VIP-ы, потому что у нас как бы зал, он состоит и из VIP-гостей, селебритис, из лидеров мнений, из артистов других театров, то есть, ну, представители такой театральной тусовки. Приходят партнеры, то есть это, ну, как бы довольно смешанная аудитория. И я помню несколько постановок, но я сейчас, кстати, не назову, какие именно, на которые билеты на премьеру продавались. То есть это был очень ограниченный тираж, и там они стоили дороже, бешеные, чем обычные деньги. Билеты. Ну, конечно, это же круто с Киркоровым сидеть рядом. Да, но как бы, тем не менее, это были не только селебы, но, мне кажется, невозможно в Москве найти 1803 селеба, чтобы заполнить ими, ну, там, тот же МДМ. Ну да, не получится точно. Вот. И как бы в мировой практике тоже, я вот была на премьере и «Бала вампиров», и была на премьере «Анастасии» на Бродвее. Как правило, основная часть зрителей – это селебы, это журналисты, это театральные критики, это какие-то вот артисты, родственники артистов. Все это сопровождается красной дорожкой, какой-то пресс-зоной. Но, мне кажется, в Москве у нас, ну, по крайней мере, по сравнению с теми премьерами, на которых я была, самые масштабные премьеры, у нас, да, самые длинные дорожки. Да, конечно, у нас там, да, как бы они разрабатываются отдельно, разрабатывается креатив под каждую премьеру. То есть, условно, если это «Русалочка», то это не красная дорожка, да, там, например, а голубая, может быть. Если это «Золушка», то там интегрированы какие-то хрустальные элементы в дорожку.
То есть там на Чикаго стоит какой-то ретро-автомобиль, бегают мальчики там с газетами. Кстати, вопрос, а кто вообще придумывает, как это оформлять? Это коллективная работа, это некий мозговой штурм, в котором участвуют там все, начиная от дизайнера, который предлагает идеи, продюсера, который там тоже, у него там свое видение, как это должно быть. Естественно, это пиар-отдел, который отстаивает какие-то свои интересы. Потому что, ну, как бы задача премьеры – это сделать, это одно из, ну, скажем так, ключевых пиар-событий в жизни мюзикла. И после премьеры идет, ну, скажем так, некая волна публикаций, волна выходов, волна вот, ну, там, последнее время публикаций в соцсетях. И как бы нужно сделать это, с одной стороны, красиво, с другой стороны, необычно как-то, но с третьей стороны предусмотреть все таким образом, чтобы у прессы была возможность там попасть на дорожку, получить доступ к определенным спикерам, пообщаться с гостями. То есть как бы это, ну, там целое событие, которое продумывается и с визуальной, и с эстетической, и с практической точки зрения. Вот. И, собственно, накидываются идеи, да, вот мы возвращаемся к тому вопросу, как это все происходит. Накидываются идеи, дальше дизайнеры делают разные визуализации, все это там насыщается какими-то подробностями, чтобы зритель, попадая на дорожку, он уже погружался, с одной стороны, в атмосферу такого праздничного, торжественного события, а с другой стороны, уже начинал чувствовать атмосферу той постановки, на которую он приходит. Вот, потому что, ну, как бы такой разогретый зритель, он лучше воспринимает происходящее на сцене. И то есть поэтому как бы премьеры всегда у нас были такие довольно масштабные. Скажи, мне всегда было очень интересно, вот эти люди, которые вот вокруг дорожки стоят и встречают всех аплодисментами. Кто они такие? Фанаты, конечно. Фанаты же. Фанаты Киркорова? В том числе. Откуда они берутся? Я их никогда не мог понять. Не, ну понятно, там на Бродвее в Голливуде, понятно, там все это объявляется заранее, люди знают, что это событие приходит. А тут приходится какой-то организовывать специальную массовку или как-то новость сама распространяется, и люди приезжают. Как слушай, ты знаешь, это как бы на самом деле толпа состоит тоже смешанная. С одной стороны, это действительно фанаты, которые сидят, следят за творчеством своих любимых артистов и готовы приехать, поддержать. С другой стороны, это просто зеваки, которым интересно, о, там какое-то событие, камеры, звезды. А вон там Киркоров пошел по дорожке, давайте посмотрим. Мы все время про Киркорова, я не могу понять. Самый частый гость, вероятно, наших премьер. Не только гость, он был актер. Да, я тоже выходил с Филиппом Бедросовичем на сцену в «Красавице и чудовище», помню, было очень забавно. И, как правило, есть действительно еще, как бы, ну, скажем так, приглашенная такая толпа людей, которые выполняют функции так называемых сетфиллеров. Это довольно распространенная практика, не только у нас в Москве, но, в принципе, в мире. Всегда бывает так, что гости, несмотря на то, что, как правило, ты приглашаешь их заранее, высылаешь им там save the date, потом приглашение, потом еще раз прозваниваешь, у кого-то меняются планы. Кто-то подтверждает просто, ну, я сейчас подтвержу сюда, туда и еще туда, а потом выберу, чем потом я буду решу заниматься. Да. У кого-то срочные какие-то съемки или что-то еще. То есть часть гостей не доходит. И, ну, поскольку все эти приглашения люди получают бесплатно, ну, конечно, что-то бесплатное пропустить проще, чем если бы ты заплатил там 5 или 6 тысяч за хороший билет в партер. И чтобы не было, условно, дыр в партере, чтобы артисты не выходили на свой премьерный спектакль и не видели там пустоту зрительного зала, ну, это не пустота, но это могут быть вот какие-то некрасивые прям вот участки. После третьего звонка, понимая, кто там не пришел, какие есть свободные места в зале, люди с красной дорожки, они приглашаются также в зал, они могут попасть, сесть на эти места. И на самом деле иногда они сидят лучше, чем какие-то, ну, да, вот приглашенные супервипы. Прям дарим лайфхак, если хочешь попасть на премьеру, если в МДМ, на места звезд, то нужно просто подождать третьего звонка в день премьеры. И обратиться к кому-то из моих. Я не знаю, как сейчас, я не готова. Света, ты что-то к нам пригласила толпу. Нет, но мы как раз мы раскрываем какие-то секреты для зрителей, в том числе, как попасть на классные места. А эти списки заранее составляются? Или это какие-то люди вообще случайные, потом
Так, ребята, все, третий звонок, у нас ползала пустых, пошли. Это как-то так делается? А, ну, как правило, списки стараются, да, составлять заранее, чтобы... Ага. То есть вы привлекаете фан-клубы к формированию? Привлекаем фан-клубы, и более того, бывает так, что популярная постановка, и почти все гости пришли. А тогда... Начинается революция среди сет-филлеров. Слушай, ну революции пока не было, но были такие случаи, когда, ну, условно, те, кто приехали из других городов, например, вот специально там издалека, либо те, кто первые записались, они попадали в зал, остальным обещали дать билеты на какие-то другие дни, и люди просто могли сходить там в другой раз. Вот, то есть так, чтобы ты там пришел, постоял, а потом тебе через час сказали, ну, все, спасибо, до свидания, такого не было. А, ну, шампанское хотя бы наверняка дают. Ну, шампанское, прямо в принципе, на дают. На улице, у нас законом запрещено. Всем, кто заходит в фойе, там уже можно раздобыть. Свет, скажи, сколько вообще вот это вот удовольствие стоит? В этот день там столько активностей, дорожка, лимузины... Люди. А лимузины тоже мы должны оплачивать? Нет, ну вот на Чикаго, ты помнишь оформление, какое было на Чикаго? Там стоял какой-то безумно красивый старинный кабриолет. Ага. Но ну, он же не просто так появился. Ну, да, с ним все фотографировались. Там бегали дети в костюмах газетчиков там, тех времен и раздавали газеты. Кстати, тоже у нас мы отдельно печатали газету, где были какие-то байки про мюзикл, какие-то новости из пресс-тура. То есть мы ездили в пресс-тур, потом там какие-то... А пресс-тур вот этот, который ездил в Австрию, звуки музыки, это ты возила? Нет, это было до меня. Пресс-тур, как правило, это там одно из первых таких крупных пиар-событий. Да. Я знаю про пресс-тур, про который мы поговорим, про другой. Про какой? Супер-классный. Ну, на самом деле, все пресс-туры были супер-классные. Я была в трех. И мне всегда было интересно, ну, помимо того, что это очень прикольно участвовать в этом, это, да. Ну, я была как раз на пресс-туре Чикаго участвовала, я была с Ларисаной, там еще до этого почти месяц тусила, назовем это так. Ну, да. Помогала с английским. Типа того. Что мы еще делали? Мы съехали. Мы с тобой летали. Зора, мы летали вместе, в Калифорнию. Да. И призрак оперы на какой-то кусок в Лондоне. Я там была, а потом вы поехали в Париж. Опять же, наверняка это стоит безумных денег. Мы перескочили с темы, сколько стоит премьера. Да. Слушай, не перебивай меня. Извини, пожалуйста. Просто мне хочется... Ты всегда перебиваешь. Это вообще мое свойство, затыкай меня. Вопрос прозвучал, а ответ не прозвучал. Хорошо, ответ сейчас прозвучит, но на самом деле тоже премьера зависит от зала и от цели, которые, и от возможности зала, от цели, которые стоят перед продюсерами. Ну, то есть у меня были премьеры и в больших театрах, это Россия, это МДМ, там 1853 места, то есть ну как бы почти 2000 мест. У меня была вот недавно премьера, когда я работала в ОКО-театре, мы ставили спектакль в Рыбаево в сентябре, там небольшой зал, и плюс у нас была коронавирусная рассадка, там были совершенно другие цифры, и это был центр Мирхольда, то есть сам по себе и зал маленький, и нет возможности выкатить дорожку, поставить лимузин, ну, просто потому что некуда. В подземный переход на Менделеевскую туда выкатить. Вот, ну то есть да, там был условно фуршет, была какая-то пресс-зона, но вот это не было так, как бы масштабным таким мюзикловым событием, не было размаха. Вот, ну и цели такой не было, потому что спектакль камерный, рассчитан на небольшой зал, на... ограниченную аудиторию. Вот. В целом, ну, как бы от маленького зала, там это несколько сотен может быть, и большая площадка — это несколько миллионов. То есть зависит от размера площадки в первую очередь, да? Соответственно, ну, масштаба, пространства, которые тебе надо заполнить это, каким-то это включая движением. Напитки гостям? Или слушай, это... ты знаешь, нет, на самом деле на премьеру часто... Приходят со своим. Нет, проверяют рамки, на входах никого не пропустят. А на премьеру, ну как, собственно, и на весь период проката привлекаются партнеры. Партнеры, которым интересно каким-то образом представить себя на аудиторию селебов, блогеров, прессы. И если мы говорим про напитки, например, напитки ну, всегда стараются по бартеру организовать. То есть партнер... А бартер в чем заключается? Просто они светят свой бренд и за это вам поставляют определенное количество напитка. Опять же, зависит от партнера и от необходимого объема напитков. То есть кому-то достаточно просто приехать со своей стойкой, поставить ее брендированную, там бармены
официанты тоже в брендированной одежде, и как бы им этого достаточно. А кому-то нужно какое-то постоянное упоминание. Это упоминание в буклетах. Ну, например, программка. Да. Программка это как бы такое. Ну, это вот прям партнерство. Да, приглашение вот инвесторов тоже, вот какие-то компании, тоже этот вопрос очень интересный на самом деле, потому что этим часто тоже пиар занимается, насколько я понимаю. Когда вот всякие буклеты, программки, это же тоже важно. Поиск партнеров, это как бы условно пиар отдел этим занимается? Не всегда, нет. А на самом деле у нас, как бы мне приходилось, и будучи чисто пиар-директором, общаться с партнерами, привлекать партнеров на постановку. А, например, вот там некоторые косметические бренды, да, которых мы приглашали. Да, я помню, у нас, не будем называть бренд, очень часто. Они нам не платят, они нам не платят. Кстати. А могли бы. А могли бы. Вот у меня все время волновал вопрос, вот как реально заполучить какую-то бесплатную рекламу ли для спектакля? Каких-то найти людей, которые могут поставить какие-то вещи, там какие-то услуги ли, товары ли, чтобы это было не по рыночной цене, потому что мюзикл дело очень дорогое. Да? Это может быть и по бартеру. Это может вот быть по бартеру. Принципе, бартер, да. То есть, допустим, мы вам сыграем там какой-нибудь один корпоративный спектакль на Новый год, мы там дадим вам определенный блок мест, там, количество билетов, а вы нам за это там. Знаешь, как я делала партнерку, допустим, на музыкальные инструменты? Мне нужно было купить определенное количество очень дорогих музыкальных инструментов и музыкального оборудования в компании X. Мы просто связались с ними и предложили им продать нам это со скидкой очень-очень большой, то есть там в районе 50%. И мы поставили, по-моему, какой-то красивый стенд и написали, что они наши партнеры, и только этими инструментами мы пользуемся. Ну, это что, по сути, было правдой. Да, и даже сейчас, кстати, вот на маленький спектакль был дубль 2, ну, потому что у нас стоит инструмент прямо на сцене, и на нем написан большими логотип. Большими буквами. Ну, да. Да, он либо написан, либо не написан. Либо мы туда напишем Джек Дэниелс, например. Ну да, понятно. Вот, поэтому ну, это удобно. Ну, по крайней мере, как бы свои нужды постановочные, как бы я вот так закрывала. А в плане вот репрезентации в СМИ, какие существуют партнерские программы? Есть какие-то вот наш информационный партнер, там радио такое-то? Каким образом достигаются такие отношения? Слушай, это ну, точно так же достигаются. То есть ты когда понимаешь, что тебе нужны партнеры там, по следующему направлению, там, информационные партнеры, но это, как правило, была чисто такая пиар-история, либо там какие-то другие партнеры, спонсоры, делается, там, не знаю, условно, презентация какая-то. Дальше ты встречаешься с компаниями, либо со СМИ, которых ты хочешь пригласить в качестве партнера, ты им рассказываешь, что нужно тебе, что ты можешь предложить взамен. А что ты можешь, кстати, предложить взамен? Вот это меня интересует больше даже. Потому что то, что они могут предложить, я понимаю, они будут вас рекламировать в своих изданиях, там, радиостанциях, каналах. Что может вот, театральный продюсер предложить медиаресурсам? Даже, может быть, сложим маленький театральный продюсер. Особенно маленький, вот. Потому что мы сейчас просто вскрываем тему, у нас как бы общее дело, мы понимаем, что мюзикл сейчас находится в ситуации не очень простой, что единственный способ, как видится нам сейчас выживание, это какие-то не очень великобюджетные проекты, сделанные нашими отечественными силами. И мы хотим попытаться рассказать людям, как это вообще все можно осуществить при помощи привлечения каких-то специалистов и так далее. Я прав, Лиля? Да. Вот. Слушайте, ну вот я не могу дать прям какой-то рецепт, который все возьмут и начнут применять, понятно, и все у всех сложится. О чем можно подумать? Вот в плане репрезентации в медиа, вот как вот можно общаться, чтобы не платить за это? Я понимаю твой вопрос, но как бы ты смотришь, чем ты располагаешь, какие у тебя есть инструменты, куда ты можешь разместить партнера. А если это реклама, то это может быть логотип на рекламе. Но сейчас в последнее время все меньше и меньше партнеров заинтересованы именно в логотипе. То есть только те, кто хочет каким-то образом поддержать свой имидж за счет сильного какого-то бренда постановки. А есть какие-то ресурсы, как, например, там, программки. Но опять же, да, ты говоришь, что вот, там, маленький мюзикл. То есть, если в качестве примера. Понятно, что мы говорим по умолчанию про вот большую такую мировую модель, а-ля, по которой существует, вот, допустим, на сегодняшний день мюзикл «Шахматы» там, или театр оперетты. А, ну, ты понимаешь, в чем дело? Ты не можешь просто взять большую модель и ну, как бы перенести и ее, сузить на маленькую. Потому что если у тебя, ну, условно, большой зал и спектакль идет в режиме ежедневного проката, то есть 8 дней в неделю, да, там, двойники по выходным, а ты продаешь там столько-то программок, там, условно, да, за театральный сезон. Соответственно, бренд мелькает у большого количества людей. Перед да, глазами. То есть люди покупают программку, носят с собой, они там ее листают, и там, ну, условно, полоса, посвященная партнеру, она бросается в глаза, и ее увидит большее количество людей. Если это маленький какой-то зал на 200 человек, и спектакль идет там раз в неделю,
то условно у тебя какая-то аудитория, которая купит программки, она в разы ниже. Вот. А ты же все равно ты партнеру как бы говоришь, что вот примерный охват там, вашей рекламы будет такой, там, столько-то людей там, ее увидит. И когда постановка круп, опять же, тоже касается и размещения каких-то конструкций в фойе, какой-то креативной зоны партнера, там, размещения на какой-нибудь, на пресс-воле, на фоне которого люди фотографируются, входная группа, там еще что-то, на билете какой-то там логотипчик. Чем меньше у тебя спектакль, чем меньше у тебя зал, тем меньше людей это все увидит. И чем, тем меньше так. тебе предложит партнер. То есть понятно. Тут как бы... Ну вот, вот маленький проект, вот ты говорил, в центре Мирхольда, с небольшим количеством зрителей, маленький зал, не ежедневный прокат. Каким-то образом вы привлекали, за счет чего привлекались вот именно медиа какие-то ресурсы? Мы давали билеты, мы давали, кому-то давали в программке логотип. Вот. Но тут нужно понимать, что как бы, чем у тебя меньше зал, тем тебе и билетов меньше надо продать. Ну да. Вот. То есть тут как бы все немножко взаимосвязано. Просто кто-то заинтересуется там, тем количеством билетов, которые ты можешь предложить, а кто-то решит, ну, как бы, нет, у нас большая там, условно, компания или большой холдинг, нам неинтересно заморачиваться этим. Да, может быть, там наше там, энное количество небольшое роликов могло бы вам там, продать все залы, но с тем количеством билетов, которые вы нам предлагаете, будет нерелевантно. Но у нас и с радио были коллаборации, у нас были розыгрыши на радио, и были какие-то анонсы. То есть, ну, в принципе, любым количеством билетов можно оперировать. Ты просто вкладываешь, ну, условно, вкладываешь их в разные какие-то активности. Где-то тебе дают рекламные ролики, которые идут в какой-то ротации, где-то тебя ставят просто в афишу текстовым анонсом, где-то твои билеты разыгрывают, ну, и зрители, услышав о том, что там происходит розыгрыш, думаю, да, вот значит, там такой спектакль идет. Ну, это вот на примере радио, да, ну, как бы. Ну, это все равно как-то разговор идет о каких-то больших постановках. Ну да, вот, а ну, так что, видишь, что делать маленьким? Вот, а может, что? Просто как заинтересовать? Как вариант, там, я не знаю, за какую-то коллаборацию устроить там с ближайшим кафе, да, сделать какой-то обмен, там, не знаю, скидки на кофе. Или там скидки на билеты при покупке кофе, ну что-то, общем, что-то мне такое. Мне кажется, что маленькая постановка с небольшим бюджетом, наверное... Не нуждается в партнерах? Нет, она в партнерах нуждается, возможно, но как бы тут, наверное, основные усилия я бы вкладывала в какую-то рекламу в диджитал. Может быть, там соцсети, какая-то таргетированная реклама, ну они же понимают свою аудиторию, да, они могут там ее там выцеплять. А с кафе... Возможно, не знаю. Мы с кафе очень давно работали. Я не могу сказать, что был какой-то выхлоп, да, вот раздавались там какие-то листовки, тейбл-тенты были и делали на подносы вот эти вот салфетки, да, когда там человек заказывал, ему давали. Но по факту люди, ну, там должны были условно эту листовку принести, там получить скидку или что-то еще. Не работает. Выход был небольшой, да. Я вообще заметил, что вот эти флаера листовки вообще перестали работать. Я вот напечатал, просто у меня скоро концерт, я напечатал 2000, а нет, 2000, 500 я напечатал. Тысяч? Флаеров, 500 флаеров. И все их успешно раздал в том месте и той аудитории, которая потенциально заинтересована в том, чтобы на этот концерт прийти. А у меня... что там было на флаере? На флаере была афиша, на флаере были имена участников, это я, это Елена Бахтиярова. QR-код, по которому ты сразу попадаешь на кнопку «Купить билет». И, ну, это все было в красивых образах, привязанных к тому спектаклю, благодаря которому как бы зрители нас любят. И раздавались эти листовки как раз именно вот в том самом месте, куда зрители пришли посмотреть. То есть это спектакль с нашим участием. Ну, я получил, по-моему, мне купили 3 билета или 4. Но ты же не можешь замерить, откуда не ты знаешь. Не могу замерить, ну вот как конечно. Бы я делал на это некую ставку, но это не сработало. Вот, тогда вопрос, вопрос специалисту, да. Как вообще замерять там вот этот способ продвижения, он работает, не работает? И что можно замерить, и что нельзя замерить? Ну, мне кажется, Андрей сейчас оперировал вполне конкретными цифрами. Он напечатал 2000, не, 500. Купила, 500. 500, да, купила да. 3 человека. Да. Вот. Это насколько много, это, а сколько ты потратил на печать? Да. Сколько ты потратил на разработку? Как бы я отбил чисто финансово. Ну, надо посчитать, сколько у тебя на печать на человека ушло. На печать я потратил 2000 рублей, потому что это была оперативная печать. А при этом как бы, билетов я продал, грубо говоря, на тысяч на 6,5. То есть ты 3 билета продал? Да. То есть, грубо говоря, я не могу отследить точно, что у меня по этому QR-коду. 1000 рублей за человека.
Так, это победа или это провал, скажите нам честно? Как бы это может еще докатываться, то есть я понимаю, что концерт еще у меня там через месяц. Сколько нужно потратить денег, чтобы привлечь? Просто я комментарий по поводу флаера. Я понимаю, что я лоханулся, это понятно, между строк, но так просто. Мне кажется просто, что в принципе флаеры не работают уже давно. И чтобы он хоть как-то сработал, должно быть некая там условно бесплатная замануха. Ага. То есть купи один билет, второй получи в подарок. Ну, как бы это сейчас очень грубо. Вот, но... То есть обладатель флаера должен иметь некое преимущество перед остальными зрителями. То есть это да, это не должно быть просто информацией, это должно быть каким-то уникальным предложением специально для него. И если там будет даже написано там скидка 15%, ну нет, извините. И мне кажется, что в принципе, ну как бы, особенно сейчас, в такой пандемийный, постпандемийный период, люди стараются не брать что-то, что им там раздают на улице. Кстати, об этом не подумал, наверное. Нет, это не на улице, это было прям... В специализированном помещении, соблюдением всех мер безопасности. А перчатки продавали? А сколько денег потратили на... На обеспечение мер безопасности? Это уже вопрос площадки. Нет, я же себе представила, как кто-то стоит и опрыскивает просто спиртом каждый флаер. Каждый флаер. И на это ушел еще литр спирта. Ну, я понял. Короче, флаер работает только в том случае, если ты предлагаешь какое-то уникальное предложение вместе с ним, которое сильно дает плюс человеку, который по этому флаеру билет купит. Ну, я думаю, что так у флаера больше шансов сработать. Больше шансов. Да. А как тогда работать? Продвигаться вот в диджитале, например? Сейчас я так понимаю, что все уходят вообще в социалки, что это считается таким наиболее эффективным инструментом. Ну, понятно, есть, что большой телек мы не берем, нам в принципе не по карману уже давно. А вот именно по таргетингу, да, нужно работать. То есть нужно брать людей, которые потенциально заинтересованы, и им туда показывать. Ну, если мы говорим про рекламу, то так, да. Если мы говорим про пиар, хотя вот любая, да, активность, она направлена на то, чтобы человек пошел и купил билеты. Но первоначальная функция пиара – это все же создание репутации, да, вот, да, какого-то имиджа, укрепление бренда, которая впоследствии вкупе с другими какими-то маркетинговыми активностями должна привести к покупке билета. Но изначально ты посредством пиара ты рассказываешь о том, что за, ну, условно, что за постановка, чем она интересна. Как бы для этого у тебя должны быть там либо классные спикеры, либо там информационные партнеры, с которыми будет там какая-то определенная договоренность, вот, либо какие-то ты придумываешь пиар-активности, пиар-мероприятия, которые просто оказываются интересными, либо виральными. Давай возьмем какой-нибудь конкретный кейс, конкретный спектакль, которым ты вот занималась. И ты расскажешь нам про вот эти активности, что конкретно было сделано, как все это было сделано, и с привлечением кого, и в каком качестве. Какой вот самый интересный с твоей точки зрения твой проект, в котором ты работала лично? Слушай, ну я не могу сказать, что прям какой-то был интереснее, более интересный, какой-то менее интересный. Может быть, там один из моих любимых – это «Русалочка», потому что это был первый спектакль, первый мюзикл, который я делала там от и до, с момента анонса до момента закрытия. Но тут еще нужно понимать, что нет такого, что ты вот один раз что-то сделал, вот, дальше все, люди поняли, и как бы и два года спектакль, и можно расслабиться. Перерыв, это можно не расслабиться. Так, конечно, не так. Нет, есть определенные, как бы, ты вначале, прежде чем начинаешь работать над мюзиклом, ты разрабатываешь стратегию, да, там, маркетинговую стратегию, пиар-стратегию, которые должны идти там рука об руку. А вот, и там в пиаре, да, поскольку сейчас там вопрос про пиар, ты начинаешь с анонса, и дальше ты, ну, на самом деле, это вот сейчас будет, может быть, не совсем такой актуальный пример, потому что это был 2012 год, сейчас у нас там просто каждый год у нас появляются какие-то новые тренды, тенденции. А то, что было, когда там, я начинала заниматься пиаром, тебе достаточно было, там, не знаю, написать релиз в прессу, сопроводить его картинкой. Потом картинки стало мало, люди стали больше обращать внимание на видео. Но там последние тренды – это аудио, подкасты, клабхаус, который то там становится каким-то хитом, то оттуда, например, постепенно начинают уходить люди. Ну, сейчас есть, так вот затухло все в клабхаусе, прямо скажем. Он как бы был на волне какое-то время, но, тем не менее, это тенденция каких-то вот голосовых, да, сообщений. Вот. «Русалочка» была в 2012 году, это было, ну, почти 10 лет назад. Вот. Но, тем не менее, как бы, как с любой постановкой, там продумывается стратегия. И главное, чтобы на протяжении всего периода проката
происходили какие-то события. То есть не просто там артисты раздают интервью, у тебя там выходят анонсы, а ты придумываешь что-то интересное, да, вот это могут быть вот, в случае с «Русалочкой», да, там прям был довольно насыщенный период, потому что он совпал и с открытием Театра «Россия», куда приезжал мэр Москвы Сергей Собянин, он смотрел репетицию, то есть артисты там показали, это было там крупное пиар-событие. Это было открытие аллеи звезд мюзиклов, когда вот звезды выкладывали на площадке, тоже артисты приезжали, фотографировались там у своей звезды. То есть мы пытались воссоздать там некий Бродвей в центре Москвы, потому что МДМ — это Фрунзенская, он находится довольно далеко от других театров, от центра вот, культурной и театральной жизни. А Тверская, театральная Чеховская, то есть там вокруг огромное количество театров, которых условно можно объединить вот в такой московский Бродвей. Вот, ну, мы на этом и пытались сыграть. Концерт был. Концерт был московский Бродвей. Да. Я же даже в нем участвовал. Я помню, да. По-моему, тогда и начали концерты делать. Это был первый год, когда начали на День города делать концерты. Это пресс-тур, куда мы ездили с «Русалочкой», мы ездили на Бродвей. Это где Наташа Быстрова. Да, где она исполняла на Times Square песню там на рассвете, просто вот на пустом Times Square. И... Times Square, мне кажется, пустым не бывает даже на рассвете. Вот я хотела спросить, как они это сделали. Я вышел в Нью-Йорке в 4 утра реально в Центральный парк побегать. Все, город живет, кафе работает, люди ходят с какими-то энергетическими напитками. Тут кто-то бежит. Эти уже из жима идут. Вот тут уже завтраки. Ну, я вообще был в шоке, реально. Never sleeps. Это правда, было? Но для этого заранее мы когда готовили пресс-тур, мы договорились о том, что красная лестница на Таймс-сквер, она будет огорожена. То есть туда не пускали какое-то время туристов. Ну, условно, то есть у тебя есть связи с полицией Нью-Йорка? Лестницей. Слушай, нет, конкретно это делала не я. У нас бывшая сотрудница Stage, которая переехала в Штаты, она нам помогала с организацией в тот раз. Вот, и как бы на самом деле, ну вот Наташа спела на Times Square, это кадры получились очень красиво, это был интересный инфоповод, да, потому что по сути мы сказали о том, что она стала первой российской исполнительницей мюзиклов, которая вот исполнила песню на Бродвее. Мы ничуть не собрали, не покривили. Вообще технически совершенно. Технически так и было, но при этом это было не на сцене. Не на сцене. На сцене у нас была Лариса Александровна Долина, которая сыграла целый блок, там потом в Чикаго спустя несколько лет. Год. Нет, два. Два. Вот, то есть у нас как бы вот был такой инфоповод. То есть понятно, то есть у тебя в течение проката нужно какие-то, получается, выдумывать инфоповоды, чтобы подогревать зрительский интерес постоянно. Да, да, дальше у нас была репетиция полетов, потому что, кстати, вот «Русалочка» — это довольно интересный кейс, потому что на Бродвее мюзикл шел полтора года, что по бродвейским меркам это вообще вот совсем немного. И он закрылся из-за того, что отзывы были не очень благоприятны, то есть было много негатива. Слушай, там был прекрасный каст. Да, Сьерра Богис там играла. Сьерра, Шерерин и Скотт. Там был какой там краб был фантастический. И краб, и этот тритон. Но, тем не менее, вот считается, что полтора года на Бродвее, это, ну, по сути, это очень... Слушайте, я видел спектакли, которые на Бродвее вообще простояли 2-3 месяца, и мне казались они фантастически прекрасными, а публика и критики их не приняли, ну, то есть вообще. Там, допустим, «Привидение» тоже на Бродвее вообще, считай, провалился. Да, это так. А так, какая-нибудь там «Семейка Адамс», которая сейчас, кстати, у нас выходит, по-моему, где? В Тюмени. Да, тоже считается абсолютно безуспешным проектом, несмотря на то, что там играл Натан Лейн главную роль, на минуточку, да. И еще было две звезды, не помню сейчас фамилии, но тоже они какие-то супер-супер-пупер популярные. Тем не менее, спектакли фантастические. Вот, ну а в Москве как раз он выстрелил. То есть мы, там был такой ажиотаж вокруг мюзикла. Были раскуплены билеты на несколько месяцев вперед, вплоть до Нового года, к моменту премьеры. Но тем не менее, мы как бы, ну, когда ты останавливаешься, ты можешь потерять что-то там в будущем, да, то есть падает авансовые продажи. А у меня даже была такая, как бы, не помню откуда такая фраза, что нужно бежать изо всех сил, только чтобы оставаться на одном месте. Вот так же примерно с продвижением мюзиклов ежедневного проката. То есть как только ты останавливаешься, ты начинаешь проигрывать.
Вот, поэтому дальше, да, у нас там были репетиции с дельфинами Наташи Плава. Ты помнишь репетиции? Мы договорились с дельфинарием на ВДНХ. Мы приезжали туда, мы тоже там пригласили прессу, и Наташа училась с дельфином вместе как раз вот этим вот движением, которое потом в полетах она демонстрировала. Вот, то есть дальше была премьера, и у нас тоже был ряд активностей на протяжении проката, у нас был второй пресс-тур. Кстати, вот это, говоря, да, возвращаясь к вопросу о пресс-турах, это был пресс-тур, который полностью был организован по бартеру, то есть мы за него совершенно не заплатили. Нам даже, даже перелеты? Расскажи поподробнее. У нас как бы к организации пресс-туров у нас подключались всегда разные специалисты. То есть этим занимался пиар-отдел, этим занимался менеджер по партнерам и спонсорам, который искал спонсоров на поездку. И так совпало, что на самом деле было два совпадения, нам безумно повезло. Во-первых, в тот год, когда у нас был второй сезон мюзикла «Русалочка», в Дании было столетие «Русалочки», вот этой вот статуи Ганса по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Вот. И у них было там какое-то отмечание, концерт. И я им написала, и мы с ними договорились, что артисты Женя Зайцев, по-моему, ездил, да, и, ну, и Наташа тоже, что они исполнят песню из мюзикла «Русалочка» на русском языке, у них там на концерте. Класс. Вот. И тогда это был то ли год России в Дании, то ли Дании в России, то ли вот что-то еще, но как бы туристическая компания Visit Denmark, по-моему, она была очень заинтересована в том, чтобы привлекать максимально туристов из России и рассказывать о том, как там у них здорово. И вот с ними мы связались, и они как бы могли нам организовать поездку. Круто! Но так бывает далеко не всегда. Иногда приходится очень долго там биться в закрытые двери, как у нас было в Париже, «Призрак оперы» у нас. Когда мы договаривались, да. Когда я слышу два слова в одном предложении «Париж» и «Призрак оперы», мне хочется плакать. Для тех, кто не знает, там просто аккурат до премьеры буквально. Сколько там было дней до премьеры? Ну, по-моему, недели три. Недели три до премьеры. Там сгорел нафиг весь театр вместе с костюмами и декорациями. Вообще, был какой-то кошмар. А это же было еще, по-моему, 25-летие, да, мюзикла. 30-летие мюзикла «Призрак оперы». Запланирована была куча каких-то гостей, то есть к этому мероприятию готовились год, вообще год. А в итоге театр поставил закрытый весь сезон. Я даже был там в этом сезоне, я ходил мимо Магадора, там был там «Призрак оперы», да, уже висит, все сделали. И вот эти решетки закрытые, боже, да, это было, конечно, такое зрелище чудовищное. Это ужасно. Да. А у вас что за опыт был с Парижем и «Призраком оперы»? Мы ездили в пресс-тур «Лондон плюс Париж». Тут, наверное, нужно поподробнее рассказать о том, как я предпочитаю строить пресс-туры, потому что, ну, есть и стандартная схема какая-то, да, особенно когда там какие-то исполнители зарубежные приезжают. Многие берут, там, не знаю, условно, прессу, вывозят ее в какую-то другую страну, люди идут, смотрят, там, не знаю, спектакль, концерт, да, да. Простите, Андрей. Вопрос, а как вот вы говоришь, вот это пресс-тур, пресс-активность такая, пресс-активность сякая. Каким образом вы заинтересовываете журналистов прийти на это посмотреть? Вот сейчас я как раз к этому и вела. Супер. Вот, что как бы многие просто берут, вывозят, люди идут, смотрят спектакль, берут комментарии там каких-то исполнителей, возвращаются в Москву. Вот, то есть, ну, как бы, по сути, это некая такая информационная часть пресс-тура, где тебе дают возможность пообщаться с представителями, там, с продюсерами, с исполнителями, где ты смотришь, там, не знаю, концерт или спектакль, ты понимаешь, как бы, какие там плюсы-минусы, ну, то есть, там, тебе будет что рассказать об этом своем материале. Вот, но мы всегда старались вот эту вот информационную, назовем ее так, часть, уравновесить, скажем так, неким погружением в атмосферу, какой-то легендой, чтобы это было не просто там съездил, посмотрел, поговорил. Например, вот на примере «Призрак оперы», да, у нас первая часть была в Лондоне, где мы встречались с Эндрю Ллойд Вебером, где была экскурсия на Вест-Энде, где наши артисты встретились с артистами постановки. Ну и, собственно, все сходили, посмотрели «Призрак оперы» на Вест-Энде.
И вторая часть у нас была как раз погружение в атмосферу постановки. То есть мы погружали, с одной стороны, это погружение для артистов, потому что ты приезжаешь в Парижскую оперу. То есть вы переехали из Лондона в Париж, да, с этим престолом? Да, мы переехали из Лондона в Париж. А ты приезжаешь, ну, как бы, действия романа Гастона Леру, они происходили в Гранд-Опера. Да, а мы прогулялись по Гранд-Опера. Я, наверное, полтора месяца пыталась до них достучаться, потому что в даты нашего пресс-тура они должны были уже закрываться. То есть у них тоже есть какая-то там неделя или две недели, когда у них каникулы. Вот, в итоге у них каникулы как-то немножко сдвинулись, ну, там буквально на два дня, или мы подвинули пресс-тур. Вот, чтобы попасть, чтобы там как бы можно было зайти внутрь. Вот. И дальше мы с ними пытались договориться о том, чтобы они нам дали время на фотосессию внутри, чтобы нам, мы хотели пройти экскурсии, посмотреть там ложе призрака, спуститься вниз. У них на самом деле под Гранд-Опера у них есть озеро. Серьезно? Правда, я тебе клянусь. С водой прямо? Прям с водой. Но это, на самом деле это выглядит как такой вот... Лужица. Не лужица, а такой люк в полу. То есть он, как бы, по-моему, даже зарешочен, вот, но под ним течет вода. То есть ты заглядываешь и видишь, что Гранд-Опера стоит... Слушай, да, есть же в Париже какая-то речка, которую они загнали, как нашу Неглинку тоже загнали в эти, в коллекторы. Она реально существует. То есть это никакая не придумка. Ну, так значит, это она и проходит. Это она и была. Вот. То есть Гранд-Опера действительно стоит на вот каком-то водоеме. Угу. А, и нам... Да, хорошо, мы вам сделаем экскурсию, но как бы никакой фотосессии, но вы можете пофотографироваться, пока вот там Гранд-Опера не закроется. Мы говорим, нам нет, у нас свет, понимаете, у нас вот там, мы платье взяли, там у нас был партнер тоже, с которым мы сотрудничали, нам какие-то платья для Елены Бахтияровой. Вот, и... Они такие, нет, ну как бы нет, невозможно. Я попыталась через французский офис. Они говорят, ну это невозможно, они же, у них заканчиваются, часы работы закончились, это же французы, господи, все. 6 часов домой идем. Все, обед. Вот. Я очень люблю за это. Я давай им там писать из России, типа, письма на французском, благо там я знала. Может быть, это их и подкупило, потому что... Слушай, ну, наверняка, кстати, я думаю, что это сыграло свою роль точно. Да, присутствует, очень... да, у французов такой определенный снобизм, они не любят людей, которые совсем не умеют говорить по-французски, не знают. А тут вот как бы им из России, там, с глубинки из этой. Где-то там, где медведи по улицам. Где собираются поставить призрак оперы, еще и пишут на французском. В итоге они растаяли, они сказали, хорошо, вот у вас будет 45 минут, не минуты больше. 45 минут. На фотосессии у нас было несколько локаций. У нас была фотосессия в зрительном зале, у нас была фотосессия в ложе призрака, была фотосессия на лестнице. Я помню, мы просто вот мы бегали, там наш менеджер по партнерам и спонсорам, тот самый пресловутый, он носился с прожектором, с лампой, да, чтобы фотографа подсветить. Дима Ермак, который с нами ездил в пресс-тур, исполнитель роли призрака, он там переодевался просто за колонной, потому что, ну, как бы, либо ты делаешь красивую фотосессию, кстати, это мы делали для журнала Hello, вот, ну, либо ничего не делаешь. И действительно, у нас получилось просто потрясающе, у нас был классный материал, и просто вот мы уговорили, потому что выбили себе еще 15 минут, а с нами ходила такая тетенька, француженка, вот, супер уставшая, и она все как бы вот так вот очень выразительно смотрела на часы, и я ей говорю, пожалуйста, мадам, еще 5 минуточек. Вот, но в итоге нам дали час, и за час вот в таких экстремальных условиях мы это все отсняли. Потом мы спускались в катакомбы с Димой, там, потому что призрак, он же в подвалах где-то. Парижские катакомбы – жуткое место. Вот. Ты была, нет? Нет, я не поехала с ними. Это вообще огонь. Там черепа так прям выложены, стенки. Я же не знала, что так интересно будет, и это я просто супер, не поехала. Я не знала, что будет интересно. Это же был твой не первый пресс-тур. Ну, а вишенка на торте – это была правнучка Гастона Леру, которую я нашла, ну, просто вот как бы… Я сижу, думаю, так, чем нужно наполнить пресс-тур, да, вот как бы такая основная программа, она плюс-минус понятна, да, это вот West End, Andrew Lloyd Webber, там еще что-то. А дальше вот такая как бы легенда, да, погружение, нужно над этим думать. Вот, и я стала думать, ну, Гастон Леру, наверняка у него есть какие-то родственники. Вот, я просто случайно через Facebook я нашла какую-то страничку, там, полузаброшенную, в общем, правнучка Гастона Леру, она на Монмартре, держит винный погребок Гастона Леру. Это называется, это такой небольшой бар, винный. Там выставлены какие-то вот артефакты, связанные с призраком оперы, ну, собственно, с творчеством Гастона Леру.
И он прям вот это буквально одна барная стойка, несколько столиков и все. Вот, я, значит, давай писать в Facebook. А там как бы правнучка, она дама, скажем так, довольно зрелая, то есть ей, наверное, лет 60, если я не ошибаюсь. Вот, я так думаю, наверное, значит, Фейсбуком не пользуется, я там давай ее искать. В общем, в итоге как-то я до нее достучалась, мы познакомились. Вот, и в последний вечер мы пришли с ребятами, с артистами из прессы к ней туда в гости. Она рассказала какие-то свои воспоминания, ну, даже больше не свои, а воспоминания своей мамы о том, каким был Гастон Леру. А на самом деле во Франции его не очень знают, то есть он как бы больше известен за пределами страны. Вот. И я просто помню еще, как ребята во французском офисе удивлялись. Да, ты нашла, у него есть правнучка, ты ее нашла. В общем, они просто потом взяли у меня все контакты, взяли просто всю схему моего пресс-тура, такие, ну, спасибо. Стали использовать своих интересов. Вот, да, я знаю, что они тоже связывались с Вероникой Леру, она мне писала, мы потом пригласили в Москву, она приехала на премьеру «Призрака». А, это правда, что это была первая премьера «Призрака» оперы в ее жизни? А, по-моему, да. Это была первая премьера, она никогда не видела. Правнучка никогда не видела «Призрак оперы». Серьезно, вообще? Так она, еще, она, кстати, еще вино привезла с собой, «Призрак оперы» называется. Вау. Я помню. Да. Это мерч. И она в конце вышла на сцену и тоже там поделилась какими-то своими впечатлениями. У нее прям реально чуть ли не слезы на глазах стояли. Боже, это так мило. То есть вот как бы наконец она попала на премьеру, она стоит на сцене. И вот ну, просто она была, настолько был эмоциональный момент. Вот. Я ее переводила, а потом даже в какой-то газете, что ли, не помню где, написали, что Вероника Леру и ее внучка. Скажи, ну а вот про работу с какими-то вот мировыми звездами, вот вы же делали с Вебером, правильно, даже интервью и вот это все, как вообще это работает? Вот я, допустим, у меня есть, я не знаю, я хочу поставить спектакль, который написал, я не знаю, ну тот же условный Вебер, мне кому писать, как мне к нему постучаться, прийти в гости, как убедить вообще человека в том, чтобы встретиться с артистами, да, с ними пообщаться, это же очень вообще, мне кажется, непросто могло бы быть. Слушай, ну, как вы решили этот вопрос? Ты, как бы, естественно, ты получаешь, ну, сначала ты не переходишь к Веберу и не говоришь, привет, хочу поставить музыку. Нет, для начала ты покупаешь лицензию. Да, ты покупаешь лицензию, дальше ты через представителей, да, вот через лицензиары, через, может быть, какой-то вот пиар-стейджевский глобальный, ну, просто зависит от того, как бы, какая лицензия, там, кто с кем дружит и общается, а ты выходишь на какого-то представителя Вебера, там, это может быть его помощник, это может быть его какой-нибудь там личный секретарь, не знаю, я не помню, с кем мы общались вот, по поводу Вебера, но я могу сказать, что часто такие встречи, они бывают очень, ну, скажем так, сложными. Ну да. Потому что кто-то из знаменитости может ну, в процессе интервью просто вот остановить, я больше не буду общаться. Кстати, это вот как раз с ним и было. Да, он так сделал? А, да, это был второй раз, когда мы к нему ездили. А, первый раз там тоже прошел не слишком гладко, но это сейчас не очень интересно будет рассказывать. Вот, а во второй раз мы, по-моему, в Гамбург поехали с ним встретиться. У нас такой мини-пресс-тур был, мы взяли с собой всего несколько журналистов, и нам сказали, что... А когда диск вышел? Да, когда вышел диск, мы привезли ему диск «Призрак оперы», такой первый экземпляр диска, чтобы там вот он у него был. Вот. И нам сказали, у вас там время ограничено будет, там буквально час на то, чтобы он со всеми пообщался, я там заранее согласовала все СМИ. Вот, и, естественно, мы пытались найти, там, брать англоязычных журналистов, потому что, чтобы не тратить время на перевод. Возможно, это была ошибка, потому что, ну, вот один телеканал, у них, как бы, во-первых, они его подняли, то есть, ну, как бы он... Мужчина, там, скажем так, в годах, со статусом, ну, почтенного возраста, да. Ему, возможно, было бы комфортнее давать интервью сидя. Конечно. У них формат интервью стоя. Вот. И как бы камера немножко вот гуляет, то есть они вот там чуть ближе подходят, чуть дальше. То есть она не на штативе, она как бы у оператора там на плече. Динамическая картинка, понятно. Ну, это у них, в принципе, все интервью по картинке выглядели так. В какой-то момент ему задали первый вопрос, а ему уже не понравилось, что его вытащили, там, подняли куда-то идти, там что-то.
Вот. И он как бы ответил односложно, там, типа, да или нет. Я уже не помню, какой был вопрос. А дальше они его спрашивают что-то еще. И, видимо, то ли вот корреспондент как-то его спросил, там, может быть, у него английский был там не очень хороший, или он неправильно сформулировал мысли, там, или что-то еще. Вот. И Вебер говорит, я не буду отвечать на этот вопрос. Я заканчиваю интервью, я с вами лучше через переводчика, Света, всегда. Вот. Я вообще сторонник этого, потому что в английском корреспондент не всегда ты уверен, что человек правильно употребит. Понимаешь, это был международный корреспондент, в принципе, у которого опыт, да, поездок, может быть, вот что-то, может быть, просто ему не понравилось, что он стоит. Ну, как бы все остальные интервью я модерировала, то есть я переводила, по крайней мере, с русского на английский, все вопросы я переводила. Вот, и, ну, как бы в итоге все закончилось хорошо, в итоге вышел сюжет, в итоге там, как бы, все остались довольны, Вебер сел обратно и расслабился. Вот, но как бы вот бывают такие нюансы. С Романом Полански тоже было очень интересно. Перед, это «На бале вампиров». Да, перед премьерой «Бала вампиров» мы ездили с ним встречаться и представить ему там новую Сару и Альфреда. Вот, и, значит, Роман Полански, боже мой, там все, нужно приехать заранее, выставить свет, там у него же там глаз, он сразу поймет, там правильно, неправильно. В общем, мы приехали, наверное, на площадку часа за два. Мы там выставляли прожектор, стулья, там садились, репетировали, чтобы ни у кого там тени нигде не было. Вот в итоге мы решили, что все, мы нашли какие-то идеальные позиции. Сейчас вот, ну, там довольно большое помещение было, значит, такой заходит. Боже мой, сейчас мы все поменяем. Режиссер. Вот. И то, что да, то, что мы там выставляли 1.5-2 часа, он просто вот за 5 минут вот так вот переделал. Ага. И мы такие стоим, думаем, боже мой. Ну, картинка классная получилась. Классная, конечно. Ну, хорошо. Все-таки он разбирается. Да, он нам, можно сказать, поставил все интервью в итоге. Света, хочется общаться с тобой бесконечно. Мы уже болтаем без малого целый час. И у нас еще есть некоторые рубрики, которые мы бы тоже хотели озвучить, дорогие друзья. Поэтому я предлагаю перейти к нашей следующей части, если вы не против. Ни разу. Ну, прекрасно. Итак, дорогие мои, у нас заготовлена рубрика, которая называется «Любопытные факты». Возможно, Света, и тебе будет интересно, что за любопытные факты мы приготовили про твою профессию. Итак, интересный факт про рекламу. Мировой расход на рекламу составляет около 500 миллиардов долларов в год. Следующий забавный факт. Самая дорогая реклама – это ролик «Шанель», в котором снималась Николь Кидман. В бразильском городе Сан-Паулу полностью отсутствует наружная реклама, а на автобанах в Германии нет рекламных щитов. К 65 годам человек просматривает около 2 миллионов рекламных роликов. Про пиар. Это сколько, это сколько в день сколько надо в день? Смотреть? Давай считать. Сколько? 2 миллиона. Так, смотри, 65 лет, 2 миллиона рекламных видео... А, рекламных видеороликов. 2 миллиона рекламных видеороликов. Так, так, так. К 65 годам. 2 миллиона делим на 65 лет. 30 тысяч роликов в год. 30 тысяч роликов в год. Не, ну, если брать все, и радио, и вообще все эфиры, которые ты слышишь, и видео, и радио, и ТВ, и Ютуб. Ну, наверное, я просто не смотрю ни радио. А ты слушаешь радио? Сколько часов в жизни потеряно? Мне кажется, здесь речь идет именно про видеоролики. Ну да. Ладно, в самом начале мы говорили о том, что у нас будут вопросы от наших зрителей, которые смотрят интересные факты про в прямом эфире, к сожалению. Только про рекламу. Не подготовились. Ну, у нас сегодня первый выпуск, надо понять. Вообще, а может быть, у тебя есть какие-то интересные факты, кстати, про пиар? Подождите, надо было предупреждать. Друзья, у нас сегодня первый выпуск, все немножко как бы так, чуть-чуть на импровизации. Мы рождаем новое шоу, мы рождаем новый формат вместе с вами. Понятно, что могут быть какие-то не до конца готовые моменты. Это, в общем, нормально. Сейчас мы переходим к нашей интерактивной части, которая называется «Вопросы от наших зрителей». Итак, вопрос номер один. От кого-то, кого зовут Russian Musical. Друзья, с интересом и симпатией отношусь к тому, что вы делаете, но сейчас появится вопрос. Вы планируете назвать это шоу Stage Door? Это вопрос к Светлане?
Нет, Светлана, Светлана, как ты думаешь? А там нет объяснения, почему, я так понимаю, что не нравится, да? А читай, наверное, в следующий. Слушай, возможно, мы, наверное, это самое, не знаю. Ладно, мы разберемся с этим, дорогие друзья, мы все проясним, выясним. Переименуем. Возможно. Я, на самом деле, придумал ласковое название, и уже оно даже пошло в народ. Я решил назвать это шоу, ну так, между собой, но мы скажем по секрету зрителям тоже. Назвать это шоу, ну так, ласково, «Служебка». «Служебка»? Шоу, ну что, «Служебка». Красивое название. Андрей Бирин и Лилия Фаизова, «Служебка». Сегодня мы заходим... Встретимся на «Служебке». Встретимся на «Служебке». А? Вот ну, так. Тебе как идея? Одно и то же. «Стейдж-дор» звучит же солиднее. У нас все-таки канал «Мьюзикл Юниверс». Кстати, дорогие друзья, подписывайтесь. Обязательно на наш канал. Мы начинаем длинный интересный путь. Не пропустите ни одного выпуска. Только в том случае, если вы подпишетесь, поставите лайк этому выпуску. Но самое главное, нажмете на колокольчик. А за самые лучшие вопросы и интересные комментарии к этому выпуску мы вам подарим приз. А какой, сейчас расскажу. Прекрасную брендированную бейсболку с символикой нашего канала Musical Universe. Поэтому вопросы, комментарии ждем. А мы переходим к следующему вопросу для Светы. Вопросу, который прислали наши зрители. Так, вопрос от Тимура Волкова. Как вы думаете, когда у нас в стране появится хотя бы второй продюсерский центр без поддержки государства, равный по размерам и оборотам Бродвей Москва? Лилия, ты тоже, я считаю, должна на эту тему подумать. Тут вопрос точно не ко мне. Сколько должно времени пройти? Мы сейчас вообще в какой точке? Да нет, что... Если я правильно понимаю вопрос, ну да, ну как, что у нас сейчас есть очевидные лидеры в индустрии, да. И среди них есть одна компания, которая, очевидно, независимая от государственных денег, это компания «Бродвей Москва». Она, насколько я понимаю, театр МДМ. И она единственная. Да. Ну, я думаю, что для этого должен появиться второй такой продюсер, как глава компании «Бродвей Москва». Ага. Найти себе такой же большой театр где-то в центре города. Найти себе такой же богатых инвесторов, да. Только в этом случае. Света, ты как думаешь? Слушай, ну вот я тоже, я не могу назвать какой-то временной период, через который это может произойти, но действительно, я согласна с Лилией, что это как бы появление такой компании, это будет там... Будет зависеть от нескольких факторов, ну, собственно, которые она перечислила. Ну, понятно. То есть это, в общем, путь непростой, нелегкий и не быстрый. Ну что ж, я, собственно, с этим согласен. Так, следующий вопрос. Та самая задает нам вопрос. Гастрольная деятельность мюзиклов будет постепенно восстанавливаться или только Москва и Питер? Страна у нас огромная, тяга к прекрасному велика. От кого зависит, в какие города возможен выезд? Ой, ну это же очень просто. Лили, давай, ты как исполнительный продюсер. Слушай, ну насколько я в курсе сейчас, опять же, от твоих коллег-артистов, да. Как бы в каждом регионе просто есть свои нормы в связи с пандемией. Каждый регион ставит себе какое-то количество наполняемости зала. И я думаю, что именно по этой причине сейчас гастроли, ну, сейчас не самое лучшее время для гастролей. И также слышала, что вот как раз летние большие гастроли, там парочки проектов отменились именно по этой причине, что вводятся какие-то ограничения. Но ведь еще не только в этом вопрос, если мы говорим про гастроли мюзиклов, иногда некоторые постановки просто дорого вывести куда-то. Иногда некоторые, некоторые невозможно. Просто. Да, я бы сказал, не иногда, а в большинстве случаев. Слушай, ну вот наши большие спектакли, в принципе, невозможно было вывести. Даже в Питер, тут же «Мастер Копера», «Зерсалочку». Ну, «Мама Мия» это съездила? А? А ты не знаешь просто, каких усилий стоило вывести «Мама Мия»? Больших. Да, конечно, потому что театры в Санкт-Петербурге, ну, менее подготовлены, чем театр МДМ или там театр «Россия». И, в принципе, это по факту это был практически второй выпуск того же самого спектакля по объему затрат и энергии и количеству вовлеченных специалистов. Это ты, кстати, ездил на в Санкт-Петербурге? Месяц отпахал там. Ну, ты помнишь, вы заново это репетировали, конечно. Вы репетировали на площадке. То есть это был практически повторный выпуск, а прокат длился там около месяца. Месяц, более того, да. Ровно. Мы пробовали вот уже в рамках работы в компании «Бродвей Москва», мы пробовали вывозить шоу «Пошло не так». Угу. Оно поменьше, то есть там всего одна, то есть у нее не такой большой объем декораций и не так много артистов и техников. А чего не повезли? Мы повезли, но это было, ну то есть мы попробовали,
Может быть, просто специфическое шоу. Хотя в Санкт-Петербурге оно на выхлопе зашло. В других городах, более отдаленных от центра, не так было много у нас зрителей. Решили больше пока не повторять. А я правильно понимаю, что вообще экономическая модель вывоза спектакля на гастроли заключается в том, что ты подписываешь некий договор с принимающей стороной, который гарантирует тебе некую фиксированную оплату за те услуги, которые ты предоставляешь? Я думаю, ты по-разному можешь работать. Ты можешь это сам организовывать, либо можешь найти себе какого-то партнера. Но у нас не было продукт, как бы продвижением, ну, это уже совместно. Ну да, как они будут продавать билеты, вам не интересно. Ну почему интересно? Это там же разные формы. Нет, ты понимаешь, все равно ты заинтересован в том, чтобы партнер продал максимальное количество билетов, чтобы у тебя был заполнен зал. По нескольким причинам. Во-первых, это репутация конкретной постановки, это репутация тебя, твоей компании. Ну, то есть, да, вот условно «Мама Мия» прошла там на ура. А тогда в следующем году там можно привезти что-то еще. Ну, то есть это как бы можно поставить там на поток. Вот. И если, например, партнер там заплатил тебе какой-то гарант, но при этом он не продает билеты, то от этого ты тоже потеряешь, несмотря на то, что как бы, ты, может быть, какие-то нематериальные вещи потеряешь. Ну, репутационно, в первую очередь. Да. Ну, понятно. Ну, пока, короче, масштабный гастроль, я думаю, что пока пандемия окончательно не стынет. Знаешь, проблема-то еще в том, что не так много театров в России, которые готовы принять масштабные постановки. Ну, да. Они не автоматизированы, там нету того качества звука и света, который необходим для проката мюзиклов. Ты помнишь сам, сколько тратится времени на настройку звука вот в рамках наших выпусков. Там месяц это отстраивается, там месяц или там 3 недели. А в рамках гастролей, В рамках гастролей ты с утра заехал, вечером у тебя шоу. Частенько. Абсолютно верно, да. Ну, то есть так работает Британия, так работает Европа, потому что театры там более подготовлены. А в некоторых городах еще и нет того потенциала аудитории, который может наполнить зал на протяжении того периода, да, проката гастрольного, который поможет тебе окупить, в принципе, сам выезд на гастроли. Кстати, вот отлично, что мы затронули эту тему. Я хотел спросить по поводу именно потенциала аудитории. На этапе выбора материала для следующей постановки участвует пиар-отдел и маркетинг каким-то образом? Конечно, да. На самом деле, часто перед тем, как принять окончательное решение о том, какую постановку привести, понятно, что решение принимает продюсер. Да, это как бы продюсерское решение всегда, и там, скажем, тот риск, который он на себя берет, та интуиция, которая там подсказывает, да, что должно выстрелить в этом городе, там, в этом году. Но, тем не менее, часто проводятся опросы, проводятся как опросы зрителей, которые приходят вот на существующий, идущий в данный момент мюзикл. Опросы в соцсетях, опросы там в каких-то СМИ мы делали. Это панельные какие-то исследования, которые выявляют, скажем так, интерес аудитории. Что такое панельные исследования, как это работает? Это собирается, часто они проводятся онлайн, это собирается там какая-то группа людей, и может там могут быть показаны какие-то ролики, им там какие-то названия мюзиклов, из которых они выбирают, там «Я знаю», «Я бы сходил», «Я бы купил билет». Вот, то есть это, исследование проводится, но при этом еще всегда нужно иметь в виду, что какую-то постановку популярную, во всем мире, которая уже на слуху, пускай ее не было никогда в России, ее всегда проще продвигать и продавать, чем что-то, что ты привозишь, и объясняешь аудитории, что это, зачем туда идти, что вообще там будет. А ситуация, когда ты в России делаешь собственное шоу, как вот не ошибиться с выбором, как вот эту получить информацию о том, что потенциально это можно кому-то продать? Какие-то могут быть помощь вот именно со стороны маркетинговых исследований или прочего? Слушай, точно так же. Я думаю, что можно, если ты делаешь уже, если ты существующий театр, у которого есть там определенная история, как правило, у тебя есть свой зритель, который доверяет тому, что ты ставишь, и который ходит, это смотрит, да, то есть у нас как бы не так много сейчас продюсеров, которые ставят мюзиклы в Москве, и при этом все равно как бы у каждого есть какая-то своя там, не знаю, тематика или фишка, то есть какой-то вектор. Ты понимаешь, что сходив там, например, на одну постановку, в следующем году ты придешь и
примерно там какое-то качество, либо тематику, либо что-то еще, ты получишь. Ну понятно, ты ходил в театр оперетты, ты ходил на Монте-Кристо, тоже вышел «Граф Орлов», наверное, тоже хорошо, а вот тут вообще идут классные спектакли, значит, «Анна Каренина» тоже зайдет, и как бы вот так это работает, то же самое с МДМ. А, это МДМ, это там, где мюзиклы идут. И, наверное, если там что-то идет, то оно, наверное, достойно твоего внимания, если ты был на предыдущих. Да, это совершенно так. Причем у многих людей, у них, ну, не у многих, у определенной части аудитории, у них нет в голове привязки, что там компания или продюсер, у них привязка к месту, МДМ. Да, да. Вот. И многие не знают, что, а что, это не стейдж, это «Бродвей Москва», и вот как бы прошло три года. Да. Вот. А этим пользуется мюзикл «Тодд», который периодически играет в МДМ, и люди приходят в МДМ. Я шучу, я не видел мюзикл «Тодд», наверняка это достаточно. «Лайфхак 2», да? Хочешь продать? Арендуй МДМ. Кстати, отличный лайфхак для продюсеров. Имейте в виду, друзья. Хочешь, чтобы зритель пришел, арендуй МДМ. Так, ладно, давайте еще один вопрос от зрителя, а то мы опять отвлеклись на те темы, которые интересуют меня. А это все-таки шоу не для меня, дорогие друзья, а для вас. Так, я так понимаю, Наталья говорит, я так понимаю, в Россию везут в основном мюзиклы Бродвея. А есть ли шанс, что продюсеры посмотрят на европейские и японские мюзиклы? У нас идет европейский мюзикл, «Бал вампиров», европейский мюзикл. Слушайте, ну а «Призрак оперы» сначала, по-моему, на Вест-Энде была премьера, потом на Бродвее. Да, ну то есть вот, как будто можно считать, что... Великобритания. Какие еще у нас японские британские? Не знаю и не могу ответить. Но у нас есть японский мюзикл уже. Ты вот про какой? «Тетрадь смерти». Привезли же. Как? Ну, была концертная версия. Света, что ты смеешься? Я не понимаю, что смешного? Мы просто недавно обсуждали «Тетрадь смерти». Ну и что, и как? Ну, пока я не познакомилась, скажем так, с материалом, мне сложно сказать, что не так или что так. А, я тоже не знаком, просто я не знаю. Я знаю, что с моей точки зрения, как мне, как зрителю, не так, это то, что разговоры о проекте идут уже 4 года, а то, что мы видели пока что, это только концерт с оркестром, и то я не видел. Слушай, мне кажется, глобально все равно, из какой стороны спектакль. Если продюсер вкладывает деньги в какой-то продукт, этот продукт должен быть достойным и продаваемым, ну, потому да. что ему нужно будет эти деньги как минимум отбить. Угу. А уже страна происхождения этого продукта, мне кажется, не так важна. Если взять его, вот, допустим, отдельно от всех историй, вот есть, допустим, французский мюзикл, определенная стилистика, а, допустим, давайте возьмем японский мюзикл, определенная стилистика. Ты сейчас про стилистики говоришь. Вот там же есть определенный, я не знаю, какой-то пул, кластер, я не знаю, как назвать, группу этих людей, которые в целом интересуются Японией, японской культурой, японской музыкой, не знаю, аниме, там, манго, что там еще. И, соответственно, японские мюзиклы тоже им зайдут. Может быть, как ну, бы... наверняка. Но это, да. Я вопрос, не знаю, я просто вопрос, этого не изучала, поэтому как-то не готова ответить. Сколько реально человек готовы прийти и заплатить за эти деньги, тоже надо все считать. Вот да. Тоже если вопрос, придут да. какие-то фанаты, то это, ну, на широкую аудиторию... Нет, фанаты-то придут. Вопрос, сколько их, этих человек, и будет ли возможность у проекта заинтересовать не только фанатов, но и более широкую аудиторию, привлечь, соответственно, привлечь больше зрителей, да, за счет того, что классный материал, и неважно, из какой он страны. Слушай, ну вот на средний, там не супер дорогой, и даже не супер какой-то популярный мюзикл, который был там в МДМ или в России, на это проходили сотни тысяч зрителей. Ну да. Вот, внимание, вопрос, если есть какой-то японский мюзикл, на который придет также сотни тысяч зрителей, ну, я думаю, что, конечно же, продюсеры рассмотрят такой. Но я думаю, что раз его до сих пор не было, значит, как-то не случилось. Ну, просто такого, да, так исторически да. сложилось, что есть несколько там, ну, условно, мюзикловых столиц в мире. Uh-huh. Ну, Бродвей, да, всем известный, потом Великобритания — это островная Европа, континентальная Европа — это Гамбург. Вот. Сейчас, ну, Москва пытается тоже как-то подтягиваться, но не знаю, если где-то появится какой-то хороший мюзикл, ну, почему нет? Другое дело, что с большей долей вероятности он появится сначала где-то, вот, возможно, на каких-то известных сценах. Да? Ну, сначала там офф-бродвей, потом бродвей, потом там по миру дальше. Ну, то есть нам, как человекам, как бы все-таки русским людям, наверное, ближе все-таки европейская культура, и, наверное, если стоит ждать какой-то экспансии каких-то континентальных спектаклей нашего континента, Евразия, то скорее это будет какая-то Германия, наверное. Слушай, а «Вампиры» в итоге, ну, изначально какой? Немецкий? Австрийский. А ну вот очень хороший пример, кстати. Насколько не, ну он... у них же много спектаклей есть. Ну, Рудольф, да. Моцарт и так далее. Ну, то есть
Из европейских мюзиклов пока самый удачный перенос – это вот «Бал вампиров», наверное, и «Призрак оперы», соответственно, получается. Все остальное у нас получается Бродвей в основном. Ну, это просто «Призрак оперы» из Англии уже переехал сначала в Америку, а потом в Москву. Ну и французские мюзиклы. Ну, на японский я бы посмотрела, кстати. Не, мне тоже интересно, просто вопрос, до какой степени интересно. Допустим, я люблю японские мультики. Да. Но не то, что, ну, как бы, если сравнить японские мультики и Дисней, как бы... А ты смотрела «Тетрадь смерти», вот сам мультсериал? Нет. Я просто смотрел. Не знаю, к сожалению, или не к сожалению. Нет, не смотрела. Мне понравилось, не знаю. Я не знаю, что там с музыкой. Вот и первый зритель. Да, я обязательно приду, только я не... У меня нету столько денег, чтобы постоянно ходить на их концерты раз за разом и смотреть, и все это слушать. Я хочу уже дождаться спектакля и пойти уже на премьеру. Надеюсь, что я выцегню пригласительный, да черт с ним, даже билет куплю. Вы только выпустите уже, я не могу, я уже хочу посмотреть. Потому что я люблю реально, но мне понравился этот сериал, интересная тема. Там и мистика, и какая-то любовь, и трагедия, и смерть, и, ну, клево, и какие-то демоны. Ну, забавно, реально, мне зашло. Я вот хочу теперь спектакль посмотреть. Ладно, давайте, следующий вопрос. Если ставится мюзикл по лицензии, предлагается ли в пакете со всем мюзиклом стратегии и клише по продвижению? Вот, интересно, если да, или использовали ли такой опыт, использовали ли вы такой опыт зарубежных коллег? Ну, на самом деле, типы лицензий бывают разные, и в зависимости от этого, там, как бы, пакет и по самой постановке, и по кивижелам, ну, то есть по афишным изображениям, он немного отличается. Но в том, что касается пиара, никаких ЦУ обычно не дается, то есть никаких клише, никаких там идей, которые обязательно нужно воплотить, ничего такого нет. Первое время я запрашивала какой-то опыт продвижения там, постановок в других странах стейджа, мне что-то присылали, но там довольно быстро стало понятно, что чем... в других странах. Вот. И более того, там в какой-то момент нас стали ставить в пример, и мы были там примером для подражания, какие-то наши российские кейсы рассматривали, пиар-кейсы, рассматривали, у нас как бы было там раз в полгода собрание пиарщиков там, со всех стран. Вот. И, ну, действительно, везде разный менталитет. Например, там во Франции, может быть, выходила, я помню, как-то у них на полосу, выходил то ли интервью, то ли просто какая-то статья о том, что вот в этом спектакле какие-то артисты ансамбля познакомились, полюбили друг друга, и они теперь пара. Ну, что-то вот такое было. У нас даже главные герои в одном спектакле познакомились, и теперь они пара. И, может быть, даже не один раз это было. Ну да, так. Ну, вот. И как бы они делают об этом материал. То есть у них такая вот человеческая составляющая, что вот артисты познакомились там. У нас такое не зайдет. И, соответственно, ну, если бы это были там главные герои, если бы там еще была какая-то история, если бы кто-то из них еще был медийным, вот, тогда другое дело. Вот, а тут, ну вот отвечая, да, на вопрос... Вообще у меня есть претенденты кое-какие на уме, которые сейчас могут выстрелить. У меня даже несколько случаев, да, и на самом деле мы в какой-то момент тоже, да, использовали, что вот артисты там и делали какие-то материалы. Я делал предложение на сцене своей девушке. Кармакова и Панков. Панков, да, звуки музыки. Быстрова и Ермак. Быстрова и Ермак. Кто еще у нас, давайте вспоминать, из пар? Ну, вроде все, из таких, из принципалов. Так, ну, пары создали именно на сцене вот эти вот только люди. Ну, короче, это тоже, мне кажется, можно использовать. Это мы это использовали, да, но как бы тут тоже зависит от того, насколько это имя интересно. То есть, ну, понятно, тут зависит от того, сколько, как часто люди этого человека видели по телевизору. Ну, видели, ну да, тут как бы зависит от разных фактов, но просто вот не медийные два человека, которые просто вот там условно... Вася и там, не знаю, Аня, no name, любые артисты. Ну нет, у нас бы такое вот не прошло, особенно еще такой огромный материал там с фотографиями. Ну, мало ли пара складывается на сцене, да, ну как бы... То есть вы искали свой путь на западный кейс? Да, мы всегда искали свой путь. Мы, естественно, мы использовали какие-то ключевые изображения, мы использовали видеоролики. Особенно, когда у нас не было еще ничего своего. То есть продажи билетов начинаются примерно за полгода, а то и раньше, до премьеры, и на этот момент часто еще кастинг не закончен.
То есть ты уже анонсируешь это, постановку. Кстати, наша любимая. Это моя любимая тема вообще, что ты начинаешь продавать вообще шоу еще даже до того момента, когда ты вообще знаешь вообще что. Ты, ну, у тебя есть, допустим, название и концепция. Мне кажется, вот с ледовыми шоу даже так и было. То есть, ну, как бы мы знаем, что мы будем не ставить. Не только с ледовыми. Не только. Мы знаем, что мы будем ставить там вот такое вот наименование, а у нас композитор еще музыку не дописал, у нас еще нету стихов, а у нас уже Новый год наполовину продан. А до премьеры еще 3 месяца. Вот это меня всегда веселило. Вот в этом плане, вот как продавать то, что ты, если ты даже не знаешь, что ты продаешь. Слушай, ну вот для этого, ну, как бы я тебе сказала, да, что мы использовали там опыт других стран и брали какие-то афиши и ролики. А, ну, для этого, собственно, мы придумывали пресс-туры, когда еще нет ни декораций, ни костюмов, еще репетиции не начались. Вот. А нам нужно начинать уже рассказывать, нам нужно уже работать, да, над именем постановки, над этим брендом, и должна быть картинка, должны быть какие-то там интервью. Ну, то есть это, как бы, если ты просто будешь молчать, ты не можешь просто подснимать артиста, как он сидит дома и ждет, когда же начнутся репетиции. Ну, да, странно. Вот, скорее будешь, засиделся. Вот, ну, собственно, отсюда и возникают какие-то пиар-активности. Вот День города, да, на котором там могла быть представлена впервые песня из нового мюзикла, там ее никогда не слышали. И вот сейчас там на открытой площадке, на открытой сцене, там артисты впервые там исполнят, например. Вот, то есть, ну, приходится находить какие-то варианты решения. Ну, понятно. То есть надо прямо, ну, разогревать публику задолго до, даже если ты не знаешь, что им пока рассказать и предложить. Абсолютно, да, потому что если ты не разогрел публику до, она не купила билеты, то у тебя после премьеры начинается прокат, каждый день спектакль. Съедается 1800 билетов. А, да, 1800 это приличная сумма, цена, количество. Почему я все про деньги сразу не знаю? У нас такое шоу, сейчас просто в музыкальном театре России с деньгами не очень хорошо. Я все время, у меня будет главный вопрос, где взять деньги на постановку? Ну, это уже какие-то инвесторы. Ну, понятно, вот как привлекать инвестора, за счет чего? Вот это то, с чем сейчас сталкиваюсь, насколько я понимаю, основная проблема, то, что мюзикл штука дорогая, это должно быть высокобюджетно, зрелищно, там должны быть какие-то фокусы, штуки, классный звук, классный свет, это все очень затратно. И сейчас приходится находить какие-то пути, вот я не знаю. Вот Карамазовы играют там, я не видел спектакля, но говорят, что у них вообще минимум. Четырех стульях, как-то вот такой путь через такой вот какой-то русский театр. Служебка — это не о том, говорят мне. Или артистов тоже планируется приглашать? Нет, Тамара Степачева, Тамара, вы не поняли концепцию. Служебка — это в том смысле, что к нам приходят люди, которые заходят в театр не с центрального входа, а со служебного. Вот Светлана, она пиар-директор, да, и там она занимается в том числе маркетингом и продвижением. У нас также планируются гости. Художник по свету, художник по костюмам, музыкальный руководитель, дирижер, хореограф, композитор. Композитор. Ну, короче, все люди. Кстати, да. Если у вас есть какие-то пожелания, и вы хотите, чтобы мы кого-то пригласили, я думаю, что мы можем тоже это рассмотреть. Мы вдруг вам какая-то профессия особенно интересна? У нас как бы уже сформирован более-менее план гостей на сезон, но мы всегда открыты, мы вообще ждем ваших комментариев. Пожалуйста, делитесь своим мнением, понравилось вам, не понравилось. Рассказывайте, пишите. За самый интересный комментарий, пожелание, предложение или вопрос мы подарим на замечательную бейсболочку, которая дожидается своего часа. Итог этого розыгрыша мы подведем в следующем нашем выпуске. Светлана выберет для нас нашего победителя. И перед следующим интерактивным блоком в нашем следующем выпуске мы подарим, ну, не физически в прямом эфире, а мы скажем, кто человек, которому отправится эта прекрасная бейсболочка. Ну что, друзья, я бы мог болтать еще очень долго. Сейчас я подумаю, о чем я еще хочу спросить Свету. Если я ничего не придумаю, то, наверное, мы будем на сегодня заканчивать. Как вы считаете? Я думаю, что нам зрители все равно зададут еще вопросы. Ну да. Если у нас их окажется столько, что мы не сможем на них ответить сами, мы просто позовем Свету к нам в гости еще раз. Слушайте, ну еще раз, я вот всегда сталкиваюсь с тем, что ты зовешь человека на эфир, вот мы с тобой сели, помнишь, у меня на моем канале, и как начали разговаривать, и потом оба уже 11:30. Потому что какую профессию не возьми, какой пласт не начинай вскрывать, там такие какие-то потаенные, совершенно неизвестные, очень интересные факты, навыки, умения, знания, что об этом можно говорить бесконечно. Я очень рад, Свет, что мы начали сегодня именно с тебя, потому что театр начинается с чего? С афиши, с рекламной публикации, со статьи, с интервью, с телерепортажа.
Это позволяет продать билеты еще до начала проката, и это, на мой взгляд, одна из важнейших вообще профессий человека, который именно привлекает зрителей в наши залы, потому что если зрителя не будет, то и спектакля не будет. Да. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. За спасибо. То, что ты сегодня пришла на эту авантюру, разделила с нами этот опыт создания впервые чего-то нового. Мне было приятно. Да, спасибо тебе огромное, и я думаю, что мы заживем долго и счастливо, и позовем тебя однажды еще раз обязательно в этот эфир. Спасибо. Спасибо. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Мы с вами прощаемся. Насколько, я вам пока не скажу, мы этого не знаем, но вы должны об этом узнать из наших анонсов, поэтому следите за ними. Всем большое спасибо, друзья. Лиля, Света. Пока! Давайте помашем на общий план. Пока. Thank you.